Рассмотрим восьмое задание. Арифметическую прогрессию задана формула n-го члена, а n равно 4 минус 8n. Необходимо найти разность этой прогрессии. Разность арифметической прогрессии d ищется как разность между данным членом арифметической прогрессии и предыдущим. Мы можем взять два любых последовательных члена арифметической прогрессии. Давайте возьмем а2 и а1. Тогда d это будет разность а2 и а1. Найдем а2 и а1, подставив формулу n-го члена двойку и единицу соответственно. а2 равно 4 минус 8 умноженное на 2, то есть 4 минус 16 минус 12. а1 4 минус 8 умноженное на 1, то есть 4 минус 8, минус 4. Подставляем это в нашу формулу для разности. Получается минус 12 минус минус 4. То есть минус 12 плюс 4, получаем минус 8. Значит, правильный вариант ответа D, минус 8. Отмечаем правильный вариант ответа. Да.